Гомельская областная организация Белорусского громадского объединения ветераны физической культуры и спорта означает 15-й день нарождения. Гомель стал первым областным центром, у яким появилась такая супольность. Подробности в наступном материале. Філіял громадского объединения ветераны физической культуры и спорта появился в регионе в 2004 году. Первым старшиной областной организации стал заслуженный тренер Беларуси Виктор Анихимовский. Зараз ее узначаливает былый спортсмен и тренер, суддя высшей категории по волейболе Миколай Нилов. По выниках деятельности, 2 года запар сярод аналогичных громадских объединений Украины, яна занимает первое место. В 2015 году мы заняли в республиканском смотре конкурсе ветеранских организаций 3-е место, в 2016 году 2-е место, и 2 года подряд мы являемся лучшей организацией в Республике Беларусь. Ветеранская организация объединяет больше, как 400 человек, сярод яких первый олимпийский чемпион нашей страны Леонид Гейштар, олимпийский чемпион Игорь Макаров и другие. География деятельности организации включает все регионы в области. Заслуженные ветераны спорта выступают перед молодью, наведывают университеты и школы. Яны на своем прикладе показывают, что люди, которые присвятили свое життё спорту, занимают активную життёвую позицию и принимают активный удел у громадском житті в области и республике. Спортсмены уходят из спорта, не знают, чем заняться. А возраст, годы-то быстро-быстро летят. Смотришь, уже и пенсионер. И вот не оставить ни одного без внимания и вовремя подсказать, что есть такая организация, где продолжится хорошая, счастливая спортивная жизнь, где они будут в курсе всех событий страны, что происходит у нас в спорте. Сдавать позиции гомельские ветераны не собираются. У планах притягивать старейшее поколение до спорту и дарить возможность отчувать себе потребными. Вероника Гамзюкова, Сергей Нигеревич, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель».